Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Как я уже сказал, теперь будут эпиграфы к каждому ролику. Эпиграфом к этому ролику я решил сделать такие слова. Не уверен, что Нахмансон поступает правильно, принимая всерьез творчество Эриха фон Деникина. Напоминаю также, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги «Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества «Диск»?». Она – сборник моих отзывов на книги указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под публикацией. Рассказ «Пещера» написан Джеффри Лордом в 1998 году, и по всем признакам он принадлежит Михаилу Нахмансону. Он опять во втором томе «Блейдианы» Ричард Блейд, герой, и завершает ее. Это очередная ретроспекция. На этот раз действие происходит в 1966 году в Бразилии, куда Ричарда срочно командируют. По внутренней хронологии это получается четвертое произведение о Ричарде. Напоминаю, как выглядит обложка второго тома. Я бы не назвал этот рассказ шедевром. Сюжет более чем прост. Ричард продолжает изучать тему инопланетян, контролирующих развитие земной цивилизации. Это продолжение операции Немо. Но интересные детали есть. Ее я обозначил в эпиграфе. Как уже сказал, похоже, Нахмансон всерьез относится к творчеству Эриха фон Деникина. В рассказе он называет ее Ван Дейкен. Это очень известный швейцарский писатель, правда в рассказе он у него голландец, который много пишет о контактах, точнее о палеоконтактах с инопланетянами. И тиражи его книг о теории палеоконтактов уже превысили 60 миллионов экземпляров, и книги переведены на 32 языка. Кроме того, часть их экранизирована в виде документальных фильмов и сериалов. Книги, понятно, публицистические. Не знаю, как к этому относиться. На мой взгляд, интересные моменты у Деникина есть, но их не так много, как хотелось бы. На мой взгляд, многие описанные им факты поддаются объяснению и без инопланетян. Например, знаменитое изображение в пустыне Наска, видное только с большой высоты. Они вполне могли быть сделаны и инками. Дело в том, что есть сведения, что инки умели делать примитивные аэростаты. И умели они их делать, понятно, задолго, до того, как аэростат создали братья Монгольфии. Аналогична ситуация и со знаменитой Далийской колонной. Она сделана из настолько чистого железа, что его даже сегодня умеют получать только граммами. Но все дело в том, что подпорки некоторых индийских храмов сделаны из точно такого же железа. А это делает вероятным предположение, что древние индусы просто знали некий способ получения такого железа в больших количествах, утраченный ныне. Никто из писателей и членов диска по Деникине никогда не писал всерьез. Есть, правда, одно исключение – Александр Казанцев. У меня есть отзыв на его книге. Тот же его роман «Фаэты» во многом опирается на факты, которые приводит Деникин. Но Казанцев по всему не был членом диска. Дисковцы, похоже, его просто не принимали всерьез. Например, у братьев Стругацких он стал прототипом профессора Выбегала. Хотя, да, нужно признаться, что при этом он, тем не менее, тесно общался с дисковцами. Тем не менее, у Лэрда Деникин, ну или Ван Дейкен, пишет очередную книгу, которая рассказывает, что в Бразилии есть некая пещера, в которой есть масса интереснейших инопланетных артефактов. И правительство Великобритании и МИ-6 принимают эту его информацию всерьез и начинают проверять приведенные им факты. И приходят к выводу, что пещера действительно существует. И действительно существует человек, дескать, показавший Ван Дейкену эту пещеру. Найти эту пещеру и все проверить и поручают Ричарду. Этот человек, если его можно назвать человеком, оказывается тесно связанным с законченными подонками. И понятно, Ричарду приходится пройти через очередную, скажем так, большую мочиловку. Но он второй раз после операции Немо получает доказательство. Точнее, только одно, но неопровержимое доказательство. Что за развитием Земли внимательно наблюдают
инопланетяне. Не знаю, доложил ли он по команде на этот раз о получении данного доказательства, или опять воздержался. Новелла как раз на получение этого доказательства и заканчивается. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и в других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.